Здравствуйте. Прошло недельки три, наверное. Вот где мы гуляли, сыночек. Все такое стало густое, зеленое, прям лес. Красота. Прям совсем как будто другое место. Что меняет листва вот этот на деревьях, да, зелень. Стало густенькое, то есть была прозрачная вся эта тема, теперь вон. Вуаля. Погодка у нас суперская. А лето пришло наконец-то, хотя бы с начала июня все пришло, там май и апрель были не осень. Прям вообще никак. Вот так вот. Решили сделать перед сном прогулку, прогуляться. Завтра у нас нерабочий день. Вообще не рабочий, но именно в нашем, на нашей части Германии, в нашем регионе. То есть в Баварии, на севере Германии, везде, в Берлине, везде будут работать. А где мы живем, нет, мы будем отдыхать. У нас, короче, праздник самый настоящий. Вот завтра поедем с парнями, GoPro возьму, записываем контент на зиму. Ура, будем контент записывать. Завтра мотоконтент. Клево. На данный момент вот. Ну что ты этот пересвет делает? Солнышко, так смотри. Сансет вот так вот берем, так вот хоп. Закат. А здесь вот, кстати, есть еще вот на школьной территории вот такие вот вещи растут. Такой запах интересный. Как пахнет? Пахнет каким-то вот шампунем, если честно. Но вкусно. Но тут уже в кустах где-то вот что-то летает там такое. Главное, чтобы меня не ужалило. Вау. Прям смотрите, видно, как пыльца вот эта вот. Вау. Так что завтра поедем, прокатимся уже. Изначально хотел ехать один, потом написал смс к второму. Третий WhatsApp говорит, кто поедет. На данный момент нас уже трое. Втроем будет интереснее, конечно, ездить, чем одному. Мне главное в таких вещах, потому что я когда выезжаю не один на покатушке, а кто-то со мной едет. Я все-таки какую-то ответственность чувствую за собой, ну, за этим человеком. То есть ни о каких гонках речь идти не может. Потому что есть товарищи, которые любят прям, ну, hang off, то есть выкрутить ручку газа до потолка. Ну, или до отсечки. Ну, как бы мы спокойненько ездим, то есть без особых каких-то нарушений. Аккуратненько, потому что важная миссия в покатушках. Будешь ты ездить 5 часов, 3 часа в субботу, в воскресенье, так совместная. Миссия всегда одна, вернуться домой живым. Без разницы, как там ездили, чтобы вернуться. Но как бы с гонщиками такое дело себе, ну, лучше без гонщиков. Спокойно, размеренно, что ж, безопасность прежде всего. Идем домой, прогуляли чуть-чуть, идем для вас монтировать следующий очень классный видос. Я в процессе, да, хотя по мне видно, я реально еще к тому же еще эмоциональный человек. Вчера монтировал, подобрал кое-какую интересную музыку, ну то еще себе, конечно же, блин, солнышко. Вечернее солнце, вот так вот выходишь, вау, сейчас покажу, вот оно, вечернее солнце. Короче, эмоциональный. Из-за музыки тоже. Иногда музыка дает какие-то воспоминания, иногда просто вот
что задумываться начинаешь, такое все застряло тогда, и вот даже не знаю иногда, как это объяснить. Как-нибудь поговорим, есть несколько идей на определенную тематику. Попробую что-нибудь для вас записать и обсудить. Как всегда, жду комментариев. Комментарии очень важны. Напоминаю еще раз, очень важны комментарии. Продолжение следует.